Хей, окей, с вами Шумики, и мы продолжаем пройдеть игруху по названию Borderlands The Pre-Sequel. Так, по сути, я должен был не здесь начинать. Я должен вообще был начинать с какой стороны, я уже не помню. Подождите, это у нас станция быстрого перемещения. Чёрт. А здесь, скорее всего, нету, да, такой? Поблизости. Нам, блин, возвращаться так далеко нужно. Это жопа. Так, теле, к оружию. Убить тороков модифицированием. Блин, я не знаю, я эти, скорее всего, не буду выполнять, потому что здесь нужно 50 оружки, а это херня. И вот это убить модифицированным лазером. Ладно, пойдем по сюжету, я думаю. Чтобы время не тянуть. А, сейчас берем машину. И летим через всю карту. Хотя... А, у нас тут нету быстрого телепорта. Что у меня по инвентарю? Сейчас. Ой, в смысле, а, это я шоковое оружие, да, выделял? Так, а что из этого лучше? Не, ну понятно, это по урону. Тут емкость магазина всего лишь 2. Так, дыхалка, урон летящим целям. Оружие, точность. Перезарядка, скорость. Ну, в принципе, готово. А, это сохранялка, тихо. Так, немного звук. Так, пускай стоит. Да, все нормально. Хотя нет, нихера. Заново разместить, телепортироваться, поехали. Ага, пойдем поверху, да, я думаю. Сейчас грохнем тех тварей. Так, в смысле, я обморожение, что эту херню уже получал. Разве нет? Ну, это будет долго, мне кажется. Готово. Один опыт! Один опыт! Манать много. Великолепно. Да, я согласен, что великолепно. Но это ложь. Полетели туда, попробуем. Там уже тоже, по идее. Ладно, погнали по сюжету. Потом сюда, если что, вернемся. Плюс у нас будет сейчас быстрое перемещение открыто. Если оно уже не было открыто. Так, сюда. Так, тихо. Нужно запланировать. А, в принципе, по прямой побежим. Ай. Сейчас еще точность нужно вернуть в прежнюю. Так, ты... вопрос, ты от чего заряжаешься? Ясненько, мне нужно точность возвращать. Что я вообще не меткий? Меткость минус 30. Так, тут какие-то фонарики. Здесь, походу, где-то рычаги есть.
смысле, это ничего не открывал? Так давай думать, как нам открыть эту, херь? Толчок. Здесь, в принципе, никаких кнопок нету, хотя вот есть. Скорее всего, не это. Так, мне нужно кислородный этот найти. Вот, стоять, что-то есть. А ну-ка. Да, все. Давайте тогда искать. Где они есть? Так, где-то я синюю херь яркую видел. С осколком. Что-то ее тут нету. Следующий, по идее, уровень этот мне, да, должен дать? Супер патрон. Да, супер патрон. О, нихе. Угу. Нифига себе. Она по всем стандартам лучше, чем у меня. Ну, попробую. Так, TNT, походу, здесь какая-то доп-миссия. Кусок кристалла. Короче, что нам нужно? Искать кнопки. Надеюсь, они не по всей карте разбросаны. Их еще найти нужно, увидеть. Одно мы увидели. Если она, они везде здесь разбросаны, тогда это немножко тяжко будет. Значит, это будет немного тяжко. Так, давайте тогда думать и смотреть. Эта зона защищена. Сюда она вряд ли. Оно должно все здесь находиться. Значит, где-то все-таки спрятано, может быть, вот там? Возможно, сейчас сходим, проверим. Так, тут какая-то ракета. А бункер Сеймура. Привет, Сеймур. Походу, мне сюда еще рано. Окей. А куда они так могли? Может, там есть одна? Нет, ну снайперка хорошая, по сути. Одна кнопка есть. Ой, тихо, второй нашел, кажется. Нет, показалось. Увы, показалось. Пипец, куда время идет? Я просто уже тут бегаю, ищу. Туда-сюда уже вон. У нас время. Я там ничего. Я не вижу. Неужели серьезно они где-то там? Во вражеских зонах. По всей карте. Рано. Ладненько. Полетели тогда. Тут тоже ничего. Туда можно пролететь куда-то. О, сработало. А что произошло хотя бы?
Только не говорите, что там мне давалось время, чтобы открыть сундук. Куда это? Для чего это? Ладно, дышим воздухом и побежали. Дышим воздухом и побежали. Холм Крамника. Карманика. Крамника, карманика. Р, эти ихние штуковины выглядят очень аппетитно. Пиклз. Карманы и плут. Карманик и плут. Я помогу за хорошую цену. Дэвид Пиклз. Это ты, да? Рад встрече. Я уже вижу, что пожалею об этом. Спрингсон говорил, тебе нужна какая-нибудь военная ИИ. Тебе повезло. Может, стабильный его с Даркенбурга. Помощник заправки бонцовки и шкипер. Известный коллекционер редких и клёвых ИИ. Проблема в том, что ты не можешь постоянно водить так дрезкой и просить ИИ. Неверно. Нагло? Ну ладно, они странная парочка, но... Может быть, пусть тебя... на борт. Загружая тебе эхо, самый быстрый путь туда. О, мы куда-то отправляемся. Честно говоря, я сам давно туда... Так, да чё зубы на эти корабли, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, поехали. Так, перераспределите или переопределите навыки. Это один из множества вопросов, как вопросов, на которые вы должны дать ответ. Снайперская винтовка стреляет очень точно, нанося огромный урон. И обладает ужасно низкой скорострельностью, как правило. Ну, смотря как стрелять, дорожусь-ка. Костяк мой. Кошатик. И где я? Отроги пустоши. А у меня максималка. Ик, чего-то там. Походу здесь кто-то должен быть, да? Походу на то. Ладненько, поехали. Блин, я хочу попробовать эту пушку, как она стреляет. Дарсберг, это ломаю кусочек. Высший фрагмент корпорации Даль. Понимаем. Я уверен, вы когда-нибудь поймете. Скавы 13 уровня. Пипец. Это что за херовина? О! Я смотрю, тут маленький урон у снайперки, если по критам смотреть. Так, ладно, берем дробовик. Давай, давай, давай. Ну, типа скорострельность большая, ну... Стоять, нужно было по критам посмотреть. Описания нету, да? А чё так крит маленький? Урон большой, а крита нету.
Что за фигня? Это действительно странно. По идее, криты должны быть хорошие. Что-то никак. Ай-яй. Ладно, дробовик. Но это они, я их заморажу. Это они замораживаются сами. Что, ничего не будет? Да, ценного ничего. Так, сразу смотрим. Я туда мог пойти. Что у нас там? Так, вижу площадку для прыжков. Добро. Ну ладно, короче, беру пистолет, где он? Да. Пипец, из-за одного еще несколько выпало. И там куда-то есть. Да, тут походу большая локация. Довольно большая. Ладно. Возвращаемся. Мне теперь патроны нужны. Я замечу, что у меня при крите еще увеличится урон. Это мне еще вообще-то не нравится. Сколько я урона наношу мало. Странно. Где урон? Почему нет урона? Я ведь критую. Так, проверяем. Там было 400 с чем-то, да? А, в принципе, одинаковый, слушайте. Откуда палят? Почему звуки оттуда идут? До свидания. Чё они так стоят? И что это? Манать! Сковырзавр! Ой, я знаю, что против тебя взять. Где моя огненная пушечка?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мелкая тварь. Сколько у меня патронов? Я, кажется, не попадаю, да? Как попасть? О, кислород. Так, пистолет. Возвращаем. Патронов у меня там. Сказать еще теперь патрончики. В помойке. Так, у меня, в принципе, два магазина, считай, целых есть. Так, забрал осколок. Патрон еще. Еще патроны. Помойка. Так, наверху еще сундук есть. А, это не сундуки, я понял. Держу в курсе. Да, погнали внутрь. Это взрывной баг был. А Дракен забыл боевым кораблем корпорации Даль. Говорят, он разбился еще до раскола. Теперь там живет шайка вонючих сканов, а руководитель Меган Боцман и его подружки Шкипер. Кажется, никто даже не знает о них. Как они выглядят? Что вообще странно? Короче, все, враги появляются. Отпор, что значит отпор? Он постоянно пишет отпор, отпор. Так, я могу здесь эти боеприпасы купить, отлично. Все, хватит. Много закупать не буду. Потому что еще понахожу много. Вот, видите, уже нашел. Плюс опыт. Сразу бежим в здание. О, уже фул патроны, да? О, камни, камни, камни. Толстосума получил. Так, а вот это вот мне не нравится. О, здорово. До свидания. Где ты, чел? Уу!
У тебя нахер. Денежки. Теперь мне нужны патроны. Так, хаешки. Отхил как раз. О, корпорация Даль. Это куда мне идти? Мне нам мост нужно. Что у нас там? Ну, стрелочка показывает туда, значит там пасхалка какая-то. Показывает, что ниже. Давайте, знаете, что я сделаю? Две вещи. Во-первых, я вернусь. Продам ненужный дроп. Мусор, так сказать. И продолжим, потому что что? Правильно, у меня уже забивается инвентарь. Как там далеко нужно? А, он там. Чик-чик-чик. Вон, магазин сразу уже видно. Ой, вот, быстрее, быстрее. Так, раз, два, три, четыре. Ого, тут урона. Граната. Шанс получения гранаты, урон от гранаты, максимум. Так, вот это что? А чё он то желтого? А, это все желтого света. Емкость. Хорошая емкость заряда. Хорошая задержка заряда. Хорошая. Так. Сверяем. Задержка за... Да, все, тут отлично. Берем. Продать. Чит. Окей. Все, отправляемся. Там что-то есть, там что-то есть. О. Очень хороший сундук есть. Вау. Я настоящий барахольщик. Так, мне теперь нужно воздушный этот. Воздушное пространство, срочно. Начну задыхаться. Так. Мы с вами шли куда-то там вниз, да, был у нас проход, походу. Который вел нас к секретке. Давайте через... Ай, ладно. Без разницы уже. Так, снизу, да? Здесь? Так, вот тут у нас лифт. Воздушная дыхалка. Ребят, вы что-то видите? Я лично пока что ничего не вижу. Стрелка меня сюда ввела. Стрелки, они показывают, где пасхалки. Ладно, допустим. Что-то непонятно. Ладно. Ой, чувствую, сейчас будет драка здесь. Привет, сухопутная крыса. Думаю, от тебя можно ждать только неприятности. Давай ты уйдешь по-доброму. Позорую. Будет взорвать тебе на клочке. А, я же говорил. И что теперь? Обычно в такой момент я бросал местным детям
Драгоценные камни? Отличный вопрос, от которого масса есть рукой пульт. Управление, за которое так тебе надо наехать. Мелкий засранец, если да... Ладно, плевать. Слушай, лучше тебе, мальчик, сюда не ходить. Это было... Там было... Где пойдем наверх, лучше мне скажите. Так, мне же сюда? Или мне все-таки вниз нужно сам идти? И сюда, вот компьютер, да? А, а если так? Бабах! Я только что взорвал единственный мост. Посмотрим, как же ты перейдешь через смертоносную лаву. Это же был наш единственный мост. Тебе надо выключить податчик метана из резервуара прямо в лаву, чтобы она застыла. Вот это будет круто. Предупреждаю тебя, парень. Если ты твоя шавка, искатель или хранилище, только что подобно выкинут. Так. А, вот теперь мне нужно вниз, да? Хорошо. И это твой гениальный план. Это просто заминка. У меня еще есть одна гениальная мысль. Кажется, наше представление о гениальности диаметрично так, противоположных, а? Солнце перекачкой метана закрываем вскоре после раскала. Вот почему в резерве не было метана. Мы должны снова ее запустить. Это нам поможет фрегат. То есть, не. И мы так водители на станцию. Это где? А это уже там, где, ребята, мы с вами смотрели. Это туда, куда я думал сначала пойти, потом подумал, да не. Но все равно, походу, по сюжету везде про... Так сказать, повпускают. Только разница в том, что есть локации, которые мы будем по сюжетке вообще не посещать. Надо. Хотя можно уже до тут дойти, уже серию закончить. Я думаю, в принципе, так и поступим, потому что уже 33 минуты. Так, вот здесь будет диалог какой-то. Так, это очень близко было. Да? Да нет. Так, мне еще туда, туда бы сходить. Если подойдешь к станции и перекачаешь, что вас ждет сюрприз, я включу турели. Ну да, если да, не сюрприз, но это должно что-то там сделать. Я думаю, давайте, наверное, на этом здесь я закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.